На базе службы 112 20 марта заработал специальный мониторинговый центр. Он создан по поручению губернатора Сергея Морозова. По номеру 112 можно получить помощь и узнать ответы на вопросы, связанные с пандемией коронавируса. Об этом было сообщено на заседании штаба по предупреждению распространения новой инфекции. В центре будут созданы две рабочие группы, которые возглавят уполномоченный по правам человека Людмила Крутилина и бывший уполномоченный по правам ребенка Людмила Хижняк. Под каждым из этих руководителей создана рабочая группа из 6 человек, куда вошли в обязательном порядке волонтеры-медики, представители агропромышленного комплекса, представители государственного юридического бюро для оказания юридической и моментальной помощи населению, представители образования, а также социальной защиты. Кроме того, в данных группах ежедневно будут работать психологи, которые в штате службы 112. Операторы центра будут работать каждый день без выходных с 8:00 до 22:00. Кроме того, особое внимание в сложившихся условиях уделяется социально-экономической ситуации. И для нас в формате сегодняшней работы в особых условиях сохранение объектов экономики, предприятий каждого предпринимателя являются вопросы экономической безопасности региона и страны. Вы уже осведомлены, что федеральные органы власти, в том числе с учетом наших совместных наработок с бизнесом, приняли ряд решений, связанных со смягчением отрицательного влияния пандемии и мер, принимаемых для ее нераспространения. Губернатор поручил разработать региональному правительству меры по снижению негативного влияния на экономику. В частности, планируется смягчить налоговую нагрузку на бизнес, уменьшить арендную нагрузку, отменить часть требований для производителей специальных медицинских товаров и ввести особый благоприятный режим для наиболее пострадавших отраслей, например, для гостиничного и туристического бизнеса, образования и торговых сетей. Все плановые проверки будут приостановлены до 1 июня. Глава области особо подчеркнул, что Ульяновская область стала первым регионом, где предпринимаются такие меры. При этом, в отличие от соседей, случаев коронавируса в области пока не выявлено. И 157 человек, значит, из прибывших, стран и стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, находятся под наблюдением на сегодняшний день 94. Вчерашний вечер было 57. То есть количество наблюдаемых на сегодняшний день, значит, увеличивается. Рабочая группа будет создана при Министерстве внутренних дел. Она займется выявлением прибывших из-за границы, но неучтенных людей. В ежедневном режиме отслеживается состояние на продовольственном рынке. Запасы продуктов имеются, так что оснований для ажиотажа нет. Егор Титов, Руслан Баталов, новости Улправда ТВ.